О, привет, дорогой. Как дела? Нормально. Ты опять кушать готовишь? Да, конечно. Очень вкусную вещь будем готовить. Друзья, всем привет. Сегодня опять приехал Касым Удали, а он опять готовит кушать. Добрый день. Добрый день. Прекрасная погода. И мы сегодня готовим азиатскую. Да, расскажи, пожалуйста, конечно, что ты готовишь? Вот сегодня вовремя подъехал я. Конечно. Сегодня погода, прекрасная погода. Поэтому я решил сегодня приготовить свинина с ананасом. Ну, картина у тебя тут вообще... Очень красиво. Ананас со свининой очень сильно красиво сочетается. Мы сегодня будем готовить блюдо, которое готовят в Юго-Западной Азии. Это свинина с ананасом. Мы маринуем мясо без лука, только соль и ананас. Все. Слушай, подробно я вам расскажу. Оригинально. Я такое блюдо еще не ел. Ну что, друзья, сейчас будем готовить и вам покажем тоже, как это все будет. Конечно, потом мы будем, конечно, это пробовать и расскажем, вкусно или нет. Все покажем. Сергей Джан. Ну что, приступим? Приступим. Давай тогда, так как будем готовить, я тебе даю фартук. Одевай, Сергей Джон, отлично. Фартук. Отлично, а то меня, кстати, часто спрашивают, да, почему у меня нету фартука. Одевай фартук, вот тебе перчатки. Первая жизнь одеваю фартук. Перчатки одевай. Кстати, я тоже... обратите внимание на рисунок. Вот, оденем фартук тоже. Вот. Все. И покажем, как можно вкусно приготовить. Мне аж интересно. Я, честно говоря, такое блюдо никогда не кушал. Я даже не знал, что ананас можно с мясом помешать. Но я вам скажу, что лук и ананас, они почти похожи. Да? Они расщепляют, у них есть свойство, такая кислота, которая расщепляет мясо и делает более вкусное и сочное. И сегодня вот вместо лука мы будем использовать ананас. Я, честно говоря, пробовал готовить свинину с апельсинами. А вот с ананасом мне как-то не приходилось. Ну, сейчас посмотрим, приготовим и попробуем. Все, держи. Асен Дали нам расскажет интересный рецепт. Рецепт простой. Сейчас обработаем нашу тушку. Все будет свежее. Заранее наше мясо не маринуется, Сергей Джан. Мы заранее сейчас просто режем мясо. Можно я туда, ты сюда, да, конечно, поможешь? Мы подготовим площадку. Сейчас разделаем тушку, да? Да, разделаем тушку, подготовим и к мясу. Мясо свежее у нас. Это шейная часть, вот это лопатка у нас. Сейчас мы отделим шейку от лопатки. Здесь можно кто как любит. Можем вот так отделить, снять. Шейка вот так отделяется у нас. Отделяем. И вот у нас шейка, отделили от лопатки. Теперь отделяем мясо. Снимаем сало. Скорее всего, кожа. Отдираем кожу от него. Ну, от кости тоже отделяем нашу шеечку. Вот такими кусочками тоже пойдет. Мы будем жарить вот такими кусками, конечно, да, уже? Конечно, большими кусочками вот так будем жарить. Вот сразу. Мелкими не делаем, делаем покрупнее. Покрупнее надо делать. Мелким не надо, чтобы сочно было. Ну что, друзья, еще помимо мякоти мы... Ребрышки, да, порежем. Делаем ребрышки. Ребрышки мы берем жирненькие, чтобы были, потому что наш ананас будет его расщеплять. Вот так. Вот так. Наши ребрышки. Вот, сейчас порежем.
такие ребрышки мы делаем. И сисли красивые наши. Все, наше мясо порезали. Да, друзья, мясо нарезали. Как нарезали, вы увидели. Давай рассказывай нам, что мы делаем дальше. Все, выкладываем сюда, ставим. Пожалуйста, помогаем, делаем. Я тоже поучаствую, хоть что-то сделаю. Да. А то сказать, всегда стоим рядом, ничего не делаем. И что делаем? Режем ананас. Так, вот ананас. Расскажи нам, как мы его режем. Мы его... Я так понял, у нас будет два варианта, да? Да, сейчас один вариант, мы будем мариновать ананас вместо лука. И будем солить. Сейчас режем наш ананас. Ну как это, в джунглях. Какой сочный вкусный аромат. Вы представляете? Кстати, я люблю, я обожаю ананас, на самом деле, я его ем с большим удовольствием. Тоже срезаем. Нашим... Это чистим? Да, мы его давай сейчас да, на три части поделим вот так. Не, можно сразу, корочка не снимать. Пополам режем. Давай. Давайте, короче, я тоже. Давай. Почувствую себя как в джунглях. Вот так, молодец. Еще раз. Пополам. Молодец. Это тоже? Давай тоже пополам. Супер, какой аромат у нас стоит. Мне понравилось, супер, короче. Супер. Дай еще что-нибудь отрубить. Давайте вот так режем. На четыре части. Да, давайте. Вот так, отлично. Отлично. Супер. Вот так. Отлично. Дальше. Какой сок течет. Вы представляете, какой аромат. Я пока нарежу, а ты можешь пока рассказать, что мы будем делать. Ну, могу я одновременно и рассказывать, и одну штуку попробовать. Вкусно сочно пахнет или потом. Можешь даже не одну попробовать. У нас, в принципе, ананаса достаточно. Попробуем наш ананас сочный. А ты как сок течет. Это супер. Как это? Реально очень сочный ананас. Очень вкусный. Вот этот аромат, вкус пропитает наша свинина. Извиняюсь. Я пока занят. Так, режем все остальное. Это супер будет, супер. Отлично. Дорогой Арсен, расскажи. Сейчас мы это все нарезаем. Все нарезаем. Что мы делаем дальше? И смотрите, так как мы наш маринад будем использовать только соль, без специй, не острые, не сладкие, специи мы не добавляем. Здесь будет только чисто соль и наш ананас. Что мы делаем? Все, это оставляем. Давайте сюда, пожалуйста. Да. Вот так. Нам еще он пригодится. Теперь смотрите, что делаем. Держим, пока не надо. Подсаливаем. Давайте вместе, берите. Давай. Тоже. И вот так солим. Вот так. Мы вас не напоминаем никого. Вот так солим. Отлично. Закидываем ананас. Закидываем наш ананас. Очень-очень интересно. Давайте. А пахнет так, как ананас. Прям правда попался сочненький. Супер будет. Очень вкусно будет. А мне надо выдавить его? Вот сейчас мы что сделаем? Вот так мы делаем. Все. Она у нас тоже солит, да? Да. И все, перемешиваем. Давайте. Я первый раз вижу, может. Хорошо. И так, чтобы старайтесь, чтобы вот сок слишком вот, сильно не надо так. Так не потому надо. Что мы на шампур будем надевать его тоже. А, его тоже. Да, да. Вот так, скорее всего, вот так. Вот так пропитается она сейчас. Все, я чудил, вот смотрите, да. Сок льется. Ну ничего страшного, если пару штук сок пусть даст проблем. Какие целые останется, мы наденем на шампур. Такого я еще не делал. Ага. Супер. Оригинальный запах. Он будет очень вкусный. Вам всем понравится. В принципе, сколько времени мы будем мариновать это? Долго не надо. Сразу можем надевать на шампур. Ну, правильно, я правильно понял, что ананас, он расщепляет. Вот именно у ананаса и... есть такое свойство у сока, что единственный фрукт, который расщепляет жиры. Поэтому долго мариновать мы не будем. Так, немножко пустим сока.
соли достаточно у нас? Чуть-чуть. Можно еще чуть-чуть. На блин. Все, супер. В принципе, она готова. Что, может, начнем одевать? Поехали. Хотите вы? Покажу, как вместе будем делать. Смотрите. Буду дублировать. Одеваем сперва ананас. Вот так аккуратно. Одеваем мясо. Вот так, чтобы она вот так соприкасалась. Мастер-класс. Одеваем ананас. Аккуратненько. Вот так. И ананас. Мясо, ананас. Мясо, ананас. Я тоже не видел. Я потом слышал, что светлых или нет. Я им тоже. С такими. Так, а на какую длину нам, кстати? Вот я думаю, что достаточно. Достаточно. Вот как раз надо так делать, чтобы в конце оставались вот наши кусочки. Все, ну, можем. Молодец, маэстро, вы быстрее меня все сделали. Ну, я молодцы. Молодцы. Я быстро учусь. Быстро учитесь. Молодцы. Теперь мы оденем. Он просто настолько сочный, что смотрите, вообще. Как я заметил, правильно надо одевать. И, кстати, ананас очень сочный. Я думаю, все видят, сок льется. Да. И сок... ананас, смотрите, как надо одевать. Вот так, как чтобы она не лопнула, надо вот именно вот так одевать. Чтобы она, если вот чуть-чуть так, она может лопнуть и упасть у нас. Поэтому сейчас кусочки мы оденем. И вот это оденем вот так. Чтобы не висело. И оденем. Нам, я так думаю, еще шампунь. Все. Да, конечно, мы сейчас еще один шампунь и сделаем. Тут, друзья, все нанизали, все сделали. Сейчас костер разгорится, отнесем на мангал, пожарим и все это потом, как всегда, вкусно съедим. Хочу показать вам. Пока разгорается огонь, какие тут есть приспособления. Вот такой здесь есть вертел. Друзья, посмотрите, вот такой есть мангал. Он там висит на цепях. Там можно сверху поднять, можно тут коптить, жарить. Вот такие уникальные сооружения. Еще здесь вот такой есть чудо-мангал. Сразу тут есть и коптильня, тут и коптится мясо, и жарится все. И все это, друзья, на колесах. Ну, сейчас у нас огонь разгорится, и будем жарить ананасы. Или мясо будем жарить? Ладно, будем жарить мясо с ананасами. Как хотите, так и называйте. В конце будет то же самое, будет очень вкусно. Начнем? Поехали. Поехали. Ну, что, поехали? Давай, давай, отнесем, пожарим уже. Давай сразу сюда. А, подносом. Конечно, подносим прямо. Пошли. Пошли. У нас все рядом. Да, ничего не забыли. Все рядом. Нет, что там. Сейчас, друзья, зажарим, поджарим. Начнем жарить. Ну, очень, правда, интересно мне. Сейчас посмотрим, какой будет запах эти от дыма. От жареных ананасов. Конечно, сейчас будет сок капать. И этот пар будет давать и жир, и вкус, и ананас расщепляет, и аромат будет очень вкусный. Надо вот это будет гениально. О, слушай, пошел запах аромат. Ананаса. Чувствуете, какой да, аромат? Чувствую аромат ананаса. Очень он такой приятный очень, очень аромат. Вкусно. Вообще супер. Смотрите, на каждый кусочек. О. Во время жарки мы будем добавлять также. Будем прижимать. У нас процесс идет. Ананасы жарятся.
Мясо жарится. Уже шипит. Какой интересный запах. Ананасиком пахнет. И самое главное, что и ананас можно кушать здесь. Главное, чтобы... Да-да, его... я хочу попробовать, кстати, жареный ананас. Ананас жареный. Выглядит, кстати, очень даже ничего. Главное, запах, крутить и запах, следить за огнем. Слишком сильный огонь тоже не надо, чтобы она не перегорела. Ну что, настал этот момент, все готово. Супер. Ах ты, супер, супер, супер. Давай, давай, кушать пора уже быстрее. Вы не представляете, какой аромат стоит. Ну а пахнет, реально пахнет ананасом. Сейчас мы попробуем, как это на вкус. Ну что, друзья, наконец-то будем пробовать. Скажу честно, пахнет очень вкусно. Вот по запаху хочется прям взять и скушать. Сейчас мы попробуем, честно скажу, вкусно это или нет. В первую очередь, что мы делаем? В первую очередь. Протираем. Можно сделать вот так вот. Конечно, делаем. Вы хлеб режьте, а пока я... Вот и шампуры, как всегда, мы обязательно чистим. Обожаю его лепешки, которые здесь пекут. Каждый день за ними приезжаю. Можно я вот так сделаю? Да, 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 давай. Можно, хочу вот этот кусочек вот пожирнее. Реально пахнет ананасом. А я возьму такой большой кусочек. Давай, покажи нам. Я покажу, смотрите, кусочек какой. Смотрите. Смотрите, как он мягкий, он ананас его превратил мягкий, вкусный, сочный. Давай попробуем, я же есть хочу. Давайте попробуем. Сергей, конечно, наступил тот момент, что надо попробовать. Я уже выбрал себе кусочек. Молодец. Пожирнее, давайте. Повкуснее. Давайте. Потому что я считаю, что мясо с жиром, оно вкуснее. Попробуем. Реально мясо мягкое, прям говорю честно, это очень вкусно. Вот реально это очень вкусно. Совет еще можно вам? Пожалуйста, ананас жарит. Вот смотрите, сок протекает. А теперь вы видели, что ананас, когда жаришь, не только жареное у нас мясо вкусно, но и главное. Ай, ой, как вкусно. Как вкусно. Друзья, на самом деле, вот говорю честно, можете это пробовать. Поверьте, если бы это не было вкусно, я бы вам это не рекомендовал. Мясо реально очень вкусное получается. Вкус сладости особо не чувствуется, но вкус ананаса чувствуется. Мясо реально мягкое, прям чувствуется, что это именно из-за ананаса. Вот такое же подобие, вот когда я делал в киви, вот что-то похожее было. Очень вкусно. Хлеб, ананас. Хлеб? Я не сказал, у меня вот есть, короче. Да. Это очень вкусно, на самом деле. Рекомендую, в первую очередь, смотрите канал Окопов. Там всегда эксклюзивные. Я поем, пока он говорит. Очень интересный ваш канал. Действительно, такого ни у кого нету. Всегда смотрите. Мы вместе много роликов будем еще снимать, потому что у нас все ролики вкусные.
полезные. Не могу оторваться. На самом деле очень понравилось мне. Ем такой первый раз. Рекомендую попробовать. Друзья, такие кусочки. В общем так, мы продолжим. Наверное, сейчас что-то еще и выпьем под такую вкусную еду. Друзья, подписывайтесь на канал Акопов, на канал Арсен Дали. Кушайте вкусную еду, и пускай у вас всегда будет хорошее настроение. И нажмите, пожалуйста, пальчик вверх. Ну что, на сегодня мы с вами прощаемся. Мы продолжим, как всегда, свою дегустацию. Будем наслаждаться этой вкусной едой. Говорю честно, мясо просто супер. Пробуйте. Я думаю, вам понравится. Спасибо тебе за этот новый рецепт, за новый вкус, который вот во рту я почувствовал. И, друзья, как сказал Арсен Дали, мы еще не один ролик снимем, каких-нибудь всяких оригинальных блюд, их еще будет много. Так что, всем пока. Счастливо, ждем снова вас. Спасибо, Сергей. До встречи. До встречи.